Но где ж ты, ягодка моя? Ну где ж ты, сладкая моя? Я так давно ищу тебя, а может, рядом ты и на виду. Спасибо, ягодка моя, спасибо, сладкая моя, за то, что я ищу тебя и знаю, что найду. Я не пойму, почему устроен так белый свет. Нам то, что есть, ни к чему. Нам нужно то, чего нет. Могу напиток любви, струкими выпить до дна. Но ухожу я один, мне ты нужна одна. Может, рядом ты и на виду. Спасибо, ягодка моя, спасибо, сладкая моя, за то, что я ищу тебя и знаю, что найду. И знаю, что найду. И знаю, что найду. Слава Шарк. Валерий Яковлевич, самое интересное во время исполнения этой песни было, безусловно, ваше непроницаемое лицо. Как непроницаемое? Вот мы на мониторе крупным планом не могли понять, какие эмоции вы испытываете в этот момент. Да быть такого не может, по-моему, открытая книга. Это лицо. Нет, вы великий артист, вы владеете собой великолепно. Ну хорошо, тогда выражу словами свое состояние. Безусловно, у вас есть сценическое обаяние, одни уши чего стоят. И совершенно неожиданные приемы там, и владение голосом, и красивый тембр, и я даже не знаю, за что вас обругать, поэтому да. Спасибо. Валерий Леонтьев, да. Строгая Диана Арбенина. Вы знаете, ну я пропускаю, конечно, мимо ушей своих эпитет «строгая». Я вообще не строгая, я все-таки повторяю. Мне вы очень понравились. И это тот самый случай, когда уместно сказать, что у вас, правда, клевый вокал. Единственная претензия от меня, раз я уж строгая, пожалуйста, забейте на камеру, которая вокруг вас летает, ладно? И, пожалуйста, вот так не делайте руками тоже. Правда, ну потому что сразу начинаешь думать, что вы собой любуетесь, а этого бы не надо. Надо же все-таки скромнее начинать чуть-чуть. Поэтому в остальном все клево. Вот я вам говорю... Спасибо. Ой, Спасибо. Справедливая Диана Арбенина говорит «да». Николай. Да, по-моему, великолепно. Вообще, удивительная вещь, да? Когда человек талантлив, вроде вот сидит первый исполнитель, да? Да, Валер? Первый же исполнитель? Да. Совершенно поющий по-своему. И вдруг появляется еще один талантливый человек. Понимаете, песня приобретает иную окраску, иное какое-то состояние. Вот это ценно, это очень ценно. Это очень ценно. Он не спел ее так, как он я. Он не стал петь, да, как Валера, понимаете, да. А спел и свою какую-то нотку там, она все заигралась, заискрилась. Попал, поэтому... И ну, легко, да. И легко, и очень здорово, когда, знаете, вот человек поет, а ты совершенно не думаешь, сколько минут он должен стоять перед тобой на сцене. Классно. Ну тогда, может, классно. Еще? Еще раз «да». Да, да, вот да, 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 да. Слушайте, давайте отпустим парня, он пойдет сейчас Владимир. Праздновать.
Не-не, я говорю нет. Вот. А, попались? Это шутка. Вы прекрасно спели, действительно. Но, пожалуйста, вот у Дианы проскользнула эта мысль. Не увлекайтесь вот этой историей. Больше все-таки надо сердцем, ну, как сказать, опевание. Они должны быть так вовремя, в точку и вот на месте, чтобы вы на это не обращали, что вы владеете так голосом, потому что лучше владеть сердцем. А так, конечно, да. Спасибо вам. Валерий Акулевич, прежде чем мы отпустим артиста, а вот что вы вкладывали в эту песню, с чем она у вас связана? Я вкладывал всю свою любовь к плодово-ягодному хозяйству около своей бывшей дачи. Ага! Ну что ж, Слава, вы... четвертьфинале. И теперь, я думаю... Спасибо большое. Это здорово.